В Самарской области за последние сутки побит рекорд по количеству заболевших ковид. По данным на среду, 27 мая, в регионе выявлено еще 135 новых случаев. Таким образом, всего в губернии официально подтверждено 2340 случаев коронавируса. Если раньше заболевших выявляли при непосредственном контакте, то сейчас большинство случаев устанавливают при заболевании вне больничной пневмонии и ОРВИ. Несмотря на действующие ограничения, индекс самоизоляции снижается. Горожане после перехода к первому этапу послаблений начали собираться большими компаниями. Особенно показательными стали последние выходные, когда в городе открылись парки и набережные. Ну и, конечно, по местам скопления людей. Слушайте, но очевидная вещь. Да, у нас есть возможность там прогулок вдвоем и так далее. Но люди же просто скапливаются там достаточно серьезной по численности, уже толпой, можно сказать. Но надо с этим тоже работать. Представители городской администрации рассказали, что они ежедневно отслеживают работу торговых центров и других объектов потребительского рынка. Уже проверено 9146 точек. Из 91 торгового центра 6 полностью закрыты. В оставшихся работают более 2000 объектов потребрынка. По словам первого замглавы Самары Максима Харитонова, ряд бизнесменов ограничений игнорируют. Не везде соблюдается социальная дистанция, нарушается масочный режим. Кроме того, предприниматели идут на хитрости. В продажу добавляют товары первой необходимости или средства индивидуальной защиты. Но, тем не менее, мы нашли другой вариант таким хитрецам. Мы сейчас стараемся штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, почти в 50% случаев отсутствуют дезары в магазинах. И вот сегодня первый такой протокол мы составили. В городе ведется постоянное наблюдение за гражданами, находящимися на самоизоляции. Таких более 1298 человек. На набережной каждый день проводятся совместные рейды с полицией. Тем не менее, происходит рост заболеваемости. Причем не только в Самаре. Очень остро стоит вопрос по заболевшим и в Сызрани. В связи с чем Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением режима и в ближайшее время доложить о принятых мерах. Виктория Шарая, События.